Хочу показать вам реально то, что происходит на объектах. Вот сейчас это вывозка мусора ненужного. Погрузчик работает. Посмотрите, все очень динамично. Приехала машина, и погрузчик замечательно справляется с этой функцией. У вас на участке вполне может происходить точно такое же. Может быть, даже и что-то более активное. Тут даже два погрузчика работало еще вчера, позавчера. То есть это уже остатки строительного мусора, который сейчас собирается. Для чего снимаю это видео? Для того, чтобы вы были готовы. Да, это ландшафтный дизайн, и это не только лютики, цветочки и красота, когда все зелененькое и цветет и пахнет. Это и погрузчики на вашем участке, это техника. Как и при строительстве дома, в ландшафтном дизайне все это тоже, естественно. Все эти этапы тоже проходят в ландшафтном дизайне. Потому что изначально здесь была дорожка, и хозяева не захотели ее оставлять. Решили убрать и застелить газон. Для чего важно проектирование в ландшафтном дизайне? Для того, чтобы у вас не было в дальнейшем переделок. То есть вы уже спланировали, спроектировали, здесь мне нужна дорожка, а здесь не нужна. Потому что у меня зона одна находится здесь, и для того, чтобы из одной зоны мне перейти в другую, мне нужна вот такая вот определенная дорожка. А дополнительных никаких мне не надо, и вы не будете лишние средства тратить, не будете, естественно, это дорогое удовольствие там, заказывать технику, и материал, конечно же, сэкономите на многом. Вот почему важно проектировать свои участки. Когда у вас будет все спланировано, понятно, для чего, зачем, в первую очередь вам, а во вторую уже понятно будет работникам, строителям, которые будут работать на вашей территории. Желаю вам не обращать внимания ни на какие трудности, это все временно, и в итоге вы получите превосходный, прекрасный участок, который будет вас радовать долгие-долгие годы, вас и ваше окружение. Новых встреч на канале Тати Гео, и если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите их под видео. Я желаю вам красоты на ваших участках. Пока-пока!